whose intelligence has been stolen away by material desires, they worship other devatas. Шри Кришна Бхагавад Гите говорит, что те, лишенные разума личности, те, кто лишены разума, они поклоняются деватам. So those persons who are more interested in the happiness of their own family members than the happiness of God, they always do deva and devi puja. Только те, кого интересует радость собственной семьи больше, чем удовольствие Господа, поклоняются полубогам и дурним. So in this world, this is a dosh fault. В нашем мире для нас поклонение полубогам является недостатком. So this world is called a prakrit of prakriti material nature. Этот мир называется мир прак. Положи микрофон сам. But did you translate? Sorry, когда фамилия. This world is called prakrit of material nature. Этот мир называется мир прокрити, материальной энергии. And the spiritual world is called Vaikuntha. Духовный мир называется Вайкунтхой. So knowledge of this world is a prakrit gyan. Знание этого мира — это мирские знания, прагьята гьян. Knowledge of Vaikuntha is called Adoksaj gyan. А знание Вайкунтхи — это Адоксаджа гьян. Ада Акшаджа. Ада Акшаджа. Акша means from the eyes, the eyes. Ja means from. So the knowledge which is born from the eyes, adaha, means down. So that knowledge which minimizes the value of knowledge which comes from your senses is called adoksajgan, the knowledge of the Vaikuntha world. То есть знания Вайкунтхи, они принижают знания. На фоне знания Вайкунтхи, знания, порожденные нашим сенсорным восприятием, пратьякша и так далее, они меркнут. But Golok Vrindavan is beyond Vaikuntha. I'm sorry, Gurudev. One more. The knowledge of Golok Vrindavan is beyond Vaikuntha. Но знание Голоки Вриндавани превосходит даже знание Вайкунтхи. So the realization of Vaikuntha, of Golok Vrindavan is not called Adoksaj. Поэтому осознание, связанное с Голокой Вриндаваной, даже не считается Адоксаджа. It is called Апракрита Гьян. Эти знания называются Апракрита Гьян. And the significance of the Апракрита Гьян is that it's just like the Апракрита Гьян, but not. Особенность Апракрита Гьяны в том, что это подобно Апракрита Гьяне, но не совсем. It very much resembles the activities of this world in Goloka Vrindavan. It's like Prakrita, but not exactly. Yeah, Aprakrita means... Aprakrita. Here, Aprakrita means Prakritavat, like Prakrita, but not. Aprakrita Gyana, transcendentная, очень похожа внешне на Prakrita, на мирское. Но совершенно отличается, по сути, от него. So, in this world, if one wants to go to Vaikuntha, he'll have to be one-pointed. В нашем мире для нас, если бы кто-то из нас хочет попасть на Вайкунтху, нужно однонаправленно служить Бхагавану. He cannot worship the devatas. Не следует поклоняться полубогам. And prioritize his family members over the service of God. То есть нельзя предпочитать благополучие своих родственников, своих близких, удовольствию Господа. Otherwise you have to stay in the plane of a prakriti. Иначе человек застревает очень долго на уровне материи, пракрити. But beyond the adokshat gyan, in the apracrita plane, that is Golok Vrindavan, it is very similar to this plane. Но жизнь на Голоке Вриндаване, в этой сфере апракрита гьяны, очень внешне похожа на наш мир. Nanda Baba, Yashoda Maya, out of attachment for their family member, Krishna. Нанда и Яшода, будучи привязанными к своему сыну Кришне, they can worship all types of devas and devis. Они готовы поклоняться каким угодно полубогам, чтобы молить здоровье для него, благополучие, удачу. So, this material world is the reflection of the prakrit world is the reflection of the aprakrit world. So there's exact parallel between there and here. Вы найдете множество параллелей между Голокой Вриндаваной и нашим миром, потому что наш материальный мир — это отражение, искаженное отражение духовного мира Голоки Вриндаваны. Except here, the puja of devas and so on is the dosh, and there it is perfect. В нашем мире для вайшнавов поклонение полубогам много порицаемо, а в том мире это что-то достойное. So especially persons who live in the countryside. Особенно люди, которые живут где-то в деревне. The dairy farmers.
на фермах. They're not particularly sophisticated. Такие люди, они простодушные, обычно фермеры, они не очень там. They like to worship some spirits in nature. Разбираются особо в философии или там теологии, они любят там всяких духов природы поклоняться. They like to worship the mountains, the rivers, the forests. Горам, рекам, там лесам, полу. But because Vrindavan is a transcendental place, the mountain, the rivers and forests, that means Yamuna Devi, Vrinda Devi and Giriraj Govardhan, they're all transcendental personalities, and by worshipping them, our prem, our love is increased. К счастью, Вриндаван — это трансцендентная деревня, а не обычная, поэтому все реки, горы и леса, они трансцендентные. Когда мы поклоняемся Ямуне, Гираджу Говардану, лесам Вриндавана, то они исполняют все наши духовные желания. So, you have just heard how Sri Krishna gave instructions to Nanda Maharaj and Brijvasis how to conduct this Anukut Mahotsava. Мы слышали сейчас о том, как Кришна дал наставление Нанде Махараджу и всем Брадживаси о том, как должен образом провести праздник Анукута Махотсава. So you shall have the Abhiman. Oh, I am Brijvasi. И у вас должен быть у всех Abhiman. Я Брадживаси. And this, all these instructions of Krishna, they are to you. И думать, что это наставление Кришны относится напрямую к нам всем. So now you have to do them. И теперь нам надо исполнить пожелание Кришны по поводу Анукут Махотсава. This meeting is to iron out all the details of how we can fulfill Krishna's request to worship Giriraj Govardhan. И сейчас я оглашу вам все нюансы, подробности о том, как мы будем внедрять в жизнь вот этот волю Кришны, о том, как провести этот праздник. Сейчас будет собрание. So you should think this is an eternal lila of Krishna going on in Braj at this time. Вы должны считать, что сейчас происходит вечная лила Кришны. Кришна всегда тут во Браже, его лилой происходит в сей момент. And by the mercy of Gurudev and Yoga Maya, now you having the chance to be enveloped or incorporated into that divine lila. И сейчас по милости Гурудева Йога Майи вы сможете тоже поучаствовать в этих трансцендентных лилах. Вриндавана собаннахи нандагаун сога банси барта собатнахи Кришна нама сонна. This is a famous Брадживаси poem. Это известный стих на языке, на местном диалекте Брадживаша. Вриндаван is not a forest. Вриндаван это не лес. It is a transcendental realm of prey. Это место трансцендентное. Нандагаун, Согаун. The Нандагаун is not a village. Нандагаун не деревня. It is the dham, the abode of the Supreme Lord. Это обитель Верховного Господа. Бангси бат собат нахи. Бангси бат is not a tree in the mode of ignorance. Бангси бат это не дерево. Как обычные деревья в гуне невежества. Бангси Бхатти is eternal associate of Supreme Lord who has darshan of the Rasalila. Бангси Бхатти, он вечный спутник Господа, который созерцает Расалилу. Кришна нам, со нам. The name of Krishna is not a name. Имя Кришна, это не просто имя. So because it is Krishna himself, all transcendental. Потому что все, что связано с самим Кришной, его именем, качеством, спутниками, местами обитания, все трансцендентно. So now we can add some extra verses to this poem. И сейчас мы добавим некоторые нюансы к этим идеям. That is, these pots and pans are not pots and pans. Вот эти кастрюли и сковородки, которые мы будем использовать для приготовления пищи, они не просто кастрюли и сковородки. This spoon is not a spoon. Ложка не ложка. The knife is not a knife. Нож не нож. All, everything you'll be doing, collecting the ingredients today, after we make the list. Все связанное с этим праздником, каждая составляющая от сбора средств для этого праздника, составление списка на то, что следует приготовить, что следует закупить. Today and tomorrow. Эти поиски этих ингредиентов, вся деятельность, которой мы будем заниматься сегодня и завтра в процессе подготовления к этому празднику. And the sugar is not the sugar. The ginger is not the ginger. Понимаете, что сахар не сахар, имбирь не имбирь. The flour is not flour. Мука не мука. Every aspect in this festival is all Chidanandamoy, transcendental. Все, что связано с этим фестивалем, это Чидананда-мой, все трансцендентно. And if you be absorbed in serving in this festival, you will also become Чидананда-мой, transcendental. Если вы будете активно служить в этом празднике, в подготовлении к празднику, вы сами станете одухотворенными, станете сад Чидананда-мой.